В Республиканской филармонии прошел концерт, посвященный предстоящему дню воссоединения России с Донбассом, Луганской Народной Республикой, а также Запорожьем и Херсонской областью. Перед зрителями с песнями на языках народов Карачаева-Черкесии выступили известные певцы и творческие коллективы, поддержав таким образом решение президента нашей страны о новой дате в отечественном календаре и желание жителей новых российских регионов быть частью единого государства. Знаете, как очень важно, что та территория России, Малороссия, как ее называют, присоединилась к основному территории России. Важно поддержать их в этот момент. Важно сказать, что они нам тоже так же близки. Это наши друзья, товарищи, братья.